Никаких уроков и проверки домашнего задания. Педагогов городского округа чествуют в Доме культуры «Родина». По учительским меркам у преподавателя начальных классов Ольги Васильевой еще совсем небольшой педагогический стаж. Всего 17 лет. Казалось бы, цифра внушительная, но, как говорит сама Ольга Викторовна, все только начинается. Быть учителем для меня счастье. В этом году я взяла первый класс, и это ликование, я не знаю, с чем сравнимое, наверное, с рождением ребенка. Я люблю не только 30 человек в классе, но и 60 человек мам, пап, и еще бабушек, дедушек, вот все люди, которые судьбой мне доверены, они уже входят вот в зону моей любви. Мне с каждым годом как-то все счастливее и счастливее становится. Разделяет эту позицию и Дина Епифанова. За годы своей карьеры она не раз убеждалась, что выбрала правильный путь. Ее самая большая мотивация – дети и их успех. Девиз нашей гимназии – успех каждого ребенка. Мы работаем на успех, на успешность, на результат. Гордость за себя, гордость за свою школу, гордость за этого ребенка и за город в целом. За самоотверженный труд, преданность своему делу и высокие результаты химкинских учителей поблагодарили глава городского округа Дмитрий Волошин и председатель совета депутатов Сергей Малиновский. В этом году, я бы сказал, весьма замечательно. 12 химкинских школ вошли в топ лучших школ Московской области. Мы как администрация получаем от родителей только положительные отзывы по вашей работе. И могу сказать, что мы гордимся тем, что у нас такой преподавательский состав. К поздравлениям присоединилась и депутат Государственной Думы Ирина Роднина. По словам олимпийской чемпионки, в профессии учителя нет случайных людей. Эту должность занимают люди с большими целями и высокими запросами. Это профессия, которая требует постоянного обновления. И здесь вчерашний медаль – это уже не результат. По образованию тоже преподаватель. И я прекрасно понимаю, что очень приятно свои победы. Но 10 раз приятнее победы твоих учеников, достижений, успехов и здоровья. Педагогов наградили нагрудными знаками, благодарственными письмами и почетными грамотами. Завершилась торжественная встреча выступлением музыкантов.